Семена остеоспермума Aquila White отличаются неприхотливостью при выращивании на рассаду. Саженцы зацветают спустя 10-12 недель после посадки. Это интересное растение не так давно стало знакомо цветоводам, но сразу приобрело большую популярность за свой интересный эффектный вид. Aquila White – невысокий куст, не превышающий 16 см, цветет без перерыва, на нем постоянно появляются новые белые соцветия с характерным фиолетовым центром. Цветение садовой капской ромашки, так еще называют остеоспермум, начинается в начале лета, а цветонос и куст продолжает формировать до самых заморозков. Остеоспермум Aquila White – это однолетнее растение высотой 40-50 см. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Остеоспермум прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания остеоспермума прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает остеоспермум Aquila White в месяц июль-август. Цветок окрашен в белый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.